А теперь я вас приглашаю дальше продолжить просмотр шоу-программы нашей замечательной певицы Лавины. Друзья, все знают о том, что мы сегодня делаем благотворительный концерт для того, чтобы помочь ребятам на Донбассе. Людям, друзья, выключите, пожалуйста, музыку. Поплыли. Отлично. Мы сегодня делаем благотворительный концерт для того, чтобы людям на Донбассе, которые пострадали от военных действий, мы хотим сегодня им немножко помочь. Друзья, в конце программы последние песни мы попросим нашего ассистента пройти по залу, и все, кто захочет сделать какой-нибудь благотворительное пожертвование, бумажками, и каждый рубль каждому человеку может как-нибудь помочь. Поэтому вы можете пока подумать, сколько вы можете кинуть в ящик, и в конце программы можете это сделать. Ну, а сейчас, друзья, я предлагаю продолжить. И для нас, для вас, у нас есть сюрприз. Мы пригласили специального гостя, который сейчас выйдет на эту сцену, специально приехал поздравить. Гоша Куценко? Гоша Куценко? Он хотел приехать, но он не разрешил. Хабенский, да. Парень приехал поздравить нашу очаровательную певицу Лавину с ее концертной программой. А зовут его Игорь Берг. Встречайте, друзья, громкими аплодисментами. Игорёк, а ты готов? Нет. Добрый вечер. Ну что, продолжим? Самолеты, покидая тебя, возвращался всегда. Где судьбы Бог ждет, за каким небосводом, когда стать на мечты, не теряя тебя. Я все тот же влюбленный и судьбой обреченный на лихие и старые земли. Любоваться восходом и даже закатом, штурмовать города и водить корабли. Твои серые глаза, центр всех мирозданий, среди мирской суеты, мир любви неземной, наши тонкие мира, нища от родной, все любовь моя. Thank you.
сейчас специально для вас, потому что это еще один веселый трек. Холодный простак, пустынный глаз, не твоя рука. Но не скроет нас друг от друга страх, что же вода. Трогнет опять весны оголенные. Выбросит нас на берег волна. Thank you.
Игорь Берг. Друзья, громкие аплодисменты. Спасибо, парень старался. Знаете, полная отдача у парня была. Вот он стоит, выступает, а у него аж пот течет. Вот я понимаю, полная отдача. Давайте еще раз поаплодируем. Игорь Берг. А еще одна. Молодец, парень.